Сегодняшняя тема. После 3 месяцев упражнений полные школьники стали лучше анализировать, планировать и даже считать. В исследовании принял участие 171 страдающий лишним весом ребенок в возрасте от 7 до 11 лет. До эксперимента все малыши вели исключительно сидячий образ жизни. Школьникам предложили регулярно делать зарядку, прыгать через скакалку, крутить обручи и играть в подвижные игры так, чтобы частота сердечных сокращений у них повышалась примерно до 79% от максимальной. Умственные способности детей в ходе исследования измерили при помощи познавательных тестов, а активность мозга – функциональной магнитно-резонансной томографией. Исследование мозга показало, что у детей, регулярно выполнявших упражнения, увеличилась активность в префронтальной коре мозга, области, связанной с комплексным мышлением, принятием решений и социальным поведением. Кроме того, оценки интеллектуальных способностей увеличились в среднем на 3,8 пункта у тех школьников, которые выполняли упражнения по 40 минут в день после школы в течение 3 месяцев. Заметные улучшения наблюдались также и в их математических навыках. По мнению авторов исследования, познавательные способности у школьников увеличились даже не из-за улучшения кровоснабжения мозга в результате стимуляции его движением. Ученые предполагают, что энергичная физическая деятельность напрямую стимулирует развитие систем мозга, ответственных за восприятие и поведение. Источник такздорово.ру. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.